Портрет самого мецената Евгения Лунина встречает посетителей в Белом зале. Это работа череповецкого художника Владислава Сергеева. Его кисти принадлежит и старой ива. На персональной выставке череповчане могли видеть эту тему и в графике, и в акварели, и в небольших эскизах. В этой экспозиции вершина работы Сергеева над этой темой. Меценат Евгений Лунин собирал картины лучших художников, мастеров разных направлений. Евгений Михайлович Лунин в нашем городе для изобразительного искусства сделал невероятно много, потому что вот такая коллекция, на которой собраны работы художников, связанных с нашим регионом, причем художников и академических, потому что нам очень повезло, наши уроженцы и Валерий Васильевич Пименов, и Владимир Александрович Петрогонский, они, конечно, представлены в этой коллекции, и эти дорогие авторы были связаны годами дружбы с замечательным меценатом. Следующее поколение художников 90-х нулевых. Часть работ сделаны по заказу мецената, частью они экспонировались на больших выставках, но тоже попали в эту коллекцию. Белый зал посвящен теме русского народа, русской идентичности. Сейчас видим работу для вообще, наверное, нашего искусства 90-х годов, знаковую. Это работа Юрия Николаевича Волкова «Праздник в Горицах». И по своему масштабу, многофигурности, сложности. И, в общем-то, такому невероятно солнечному, радостному, мажорному настроению она, наверное, дает лейтмотив всему этому залу. Вторая часть этой коллекции размещается в залах, где у нас находилась наша экспозиция русского искусства 18-го, начала 20 века. Вот эта экспозиция сейчас гостит в Вологде, Вологодской областной картинной галерее. Поэтому у нас была и очень сложная, невероятно сложная, но очень интересная задача устроить, как сейчас говорят, интервенцию искусства 20 века в те залы, где жило искусство классическое. Плоть от плоти русского классического искусства Валерий Пименов. В этих залах его работы смотрятся прекрасно, отмечает Светлана Пономарева, и ведет нас к своеобразным истокам его творчества. Вот к этим своим этюдам автор относился очень серьезно даже в поздние годы. Мы видим каталог, его персональный каталог, в котором собраны лучшие работы, и на обложке этого каталога вот этот вот этюд Сергиев Посад, конечно, с великолепной красной доминантой цвета. И вот этот красный цвет, он собирает весь колорит работы, очень сложный, очень драматичный. Я думаю, что вот эти находки, соотношение цвета, света и настроения для художника будут важны всю жизнь. Новая выставка обязательно дождется своего зрителя в здании художественного музея на Советском проспекте. Однако совсем скоро ее можно будет посетить виртуально. В социальных сетях канала 12 и музейного объединения. Практически все июньские выпуски совместного проекта «Виртуальные экскурсии» будут посвящены коллекции мецената Евгения Лунина. Вера Кучеренко, Анатолий Холин, Сергей Павлов. Новости.